В отремонтированных дворах Кировского района жители тоже организовали праздник по поводу завершения ремонта. В масштабном проекте «Комфортная городская среда» приняли участие 30 многоквартирных домов района. Везде уже выполнены основные работы по замене асфальтового покрытия, проездов, пешеходных дорожек, бордюрного камня. Во дворе дома по улице Красноярский рабочий 104 в этом году в рамках проекта установили и новую детскую спортивную площадку. Отметить завершение ремонта здесь решили веселым праздником для детей. Вечера с песнями и танцами в обновленных дворах в Кировском районе уже стали традицией. Все это в руках самих наших жителей, жителей домов. То есть только активное участие в благоустройстве двора позволяет приводить такие дворы, как мы сейчас видим. Инициатива должна быть поощряться, и она поощряется государством. Поэтому призываю всех сохранять свои дворы и приумножать их вот такой красотой. Сначала привезли домик, все дети очень радовались этому домику. Потом, когда привезли этого слона, дети не слезали. Но когда уже привезли тренажеры, это вообще было что-то нечто. Там даже пожилые женщины, бабушки, которым за 80, постоянно были на тренажерах, да, пока все не опробуют. Очень много садим цветов. Каждый староста около своего подъезда, я староста 6-го. И сколько активных жителей, сколько сдач привозят просто действительно цветов и помогают все. Это очень, конечно, хорошо. Очень люди отзывчивые. И двор замечательный.